понедельник в Самарской области ожидается пасмурная погода без осадков. Днем -1, +2 градуса, ночью 0, -3. Ветер южного, юго-восточного направления будет дуть со скоростью 1,3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно. Днем +2 градуса, ночью -1. Ветер юго-восточного направления 1 метр в секунду. В Тольятти пасмурно, днем +2 градуса, ночью -1, ветер южный 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем +1, ночью -3 градуса, ветер юго-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 88%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.